Вообще в жизни все новое, очень интересно. Я подала заявку на кастинг как-то очень спонтанно, ничего, в принципе, не ожидая. Думаю, ну ладно, ну схожу и схожу. А тут сходила еще, и такой результат хороший, я очень была удивлена. Я, наверное, не могу сказать, что я туда, когда шла, преследовала какую-то определенную прям цель, вот что-то мне было нужно. Но я настолько не пожалела, что я в этом участвую, потому что проект очень интересный, очень душевный. На данный момент, ну вот я пока не знаю, на мой взгляд, он очень честный. Вот, по крайней мере, каких-то инцидентов не было, не наблюдалось. И он, конечно, дает самореализоваться, опять же, ну, показать себя людям. Тем более, ну, когда ты поешь, ты же это делаешь и для себя, и для людей, и для зрителей. И тебе хочется, чтобы у тебя появлялись новые какие-то зрители, слушатели, чтобы кто-то новый тебя услышал, ему понравилось, раз, и круг расширился. На самом деле, я скажу вот что. Когда я приехала на проект, оказалось, что половина участников проекта знает песню «Дороже золота». Они пели мне ее хором, я смеялась, хохотала, думаю, боже мой, это было ужасно приятно. И они все сказали, ах, так вот ты какая, а мы думали, ты другая, мы думали, ты такая вся высокая, большая. Мы тебя по-другому представляли. И на фотографиях казалось, что ты как-то выше. А я там была самая, ну вот по комплекции была там самая маленькая. И все ко мне так относились и относятся вот как такой к маленькой. Но это тоже это так мило, очень трогательно. Поэтому круто, круто было. Волнения у меня в жизни никогда столько не было, как перед первой съемкой. Очень сложно, то есть ты не можешь расслабиться во время, ну, ты не можешь вот спокойно выступить, как будто это концерт. Мысль о том, что это конкурс, что сейчас вдруг кто-нибудь тебе что-нибудь погасит, она постоянно есть, и она не дает расслабиться. Очень, очень страшно. Я не могла спать ночами, я очень волновалась. Перед вторым туром волнение было меньше. Все-таки тоже как-то я в первый тур прошла успешно, и ну как-то и такая легкая надежда, если вдруг что, ну, на зрителей, да, вот оно вот все вот это есть, поэтому как-то морально было легче. Ну и песня у меня такая во втором туре, я не буду раскрывать секреты, но эта песня очень мне близка, и мне прям хотелось ее спеть очень сильно. И тут я уже постаралась вложиться в номер, хотя волнение однозначно тоже было. У меня в первом, во втором туре очень разноплановые песни. И, в принципе, выступление с первого тура можно посмотреть уже на YouTube. А второе, дорогие друзья, смотрите, пожалуйста, 2 апреля в 19:15 на телеканале «Звезда» выпуск второго тура с моим участием. Поддерживайте, я представляю, все-таки наш Приморский край, у меня такая вот весь Приморский край за плечами, это очень волнительно. А также я приглашаю, если у вас есть возможность посмотреть это все вместе в пабе, в ирландском пабе «Дублин». Также 2 апреля в 19:00 сборы у нас будут. Я там тоже буду смотреть. И после этого в 9 часов будет концерт моей группы следом. Так что приходите, буду очень-очень рада всех видеть. Вот, спасибо!